Всем привет! Приехал я сегодня в магазин Vinco Food. Пойдемте посмотрим, какие цены в новом году, что есть в этом магазине. Так, заходим в магазин. Что тут есть сразу? Такие кукис. Сколько цена? 3,38 вот цена. Тут есть салат, $2. Такая упаковка, 177 грамм, со вкусом сыра, 2,98. Такие печенье, такая упаковка, 776 грамм, 5,88. Чипсы есть, Doritos 3,98, упаковка чипсов. Вот тут хлеб есть. $2,98. Вот такой хлеб. Один пакет такой хлеба, 680 грамм. Хлопья с молоком, 3,58. Вот бегглс. Сколько они стоят? 2,48. Ну, тут разные, кто какой хочет. Есть с маком, есть оригинальный. Тут вот мука продается. 3,88 стоит. Одна пачка. Почти 2 килограмма. Чтобы делать пенкейк, уже готовое, 8,48. Вот салфетки. Сколько тут? 6 рулонов. 4,38. Или вот туалетная бумага. 4,98 стоит. Тут вот клубника продается. Одна упаковка. 454 грамм. Почти $5. Манго, один манго, 2,48 стоит. Ананас, 2,68, один. Тут такой пакетик авокадо, сколько тут внутри? 6 штук.
стоит 2,98. Картошка 2,28. Сколько тут в пакете? Два килограмма 27. Тут уже готовое, можешь покупать и кушать сразу. $12. Такой сэндвич. $5. Ну хорошо, забежал, купил и можешь перекусить. Тут можешь взять конфеты. Пакет взял, сколько хочешь, и на вес она будет. Стоит 98 центов такой пакетик маленький. Тут чипсы разные по 98 центов. Тут уже чипсы другие, $1.68, такой пакетик маленький. Тут вот есть сухие фрукты, тут вот сколько много конфет. Можешь брать пакетик, набирать. Много выбора. Тут орехи, изюм, ММС, тут сухие бананы. Даже брецелсы есть соленые. Тут такие снекс. Можешь купить 98 центов. Вот тут можно взять лапшу разную. Рис есть. Ну как, в пакет набираешь. Лапша, шпагетти можно делать. Классно, лапша, макароны, все есть, что надо. Тут вот курица уже готовая. 5,78 стоит такое в пакете она. Тут можешь себе взять салат
любого вкуса. Тут колбаса продается, салами, пепперони. Вот тут свежие креветки, рыба, салмон, лобстер. Пойдем сюда, посмотрим, что тут. Такая упаковка стоит 12,77. Или хочет кто-то краба. Один краб. Да, один. Один. 14,68. Или упаковка креветок. 5,86. Такая упаковка. Вот сыр кубик с кубиками. Сколько? $10 такая упаковка. Сколько тут? Почти килограмм, 907 грамм. Салами. Такая упаковка. 340 грамм. 6,38. Сколько стоит? Такая пепперони 3,98. Ну такие вот тоже вкусные. Такая упаковка, это сыр. А вот оригинал. Ну такой кушаем. 453 грамма, цена 5,62. Girls, you вот такой снекс можно покупать. Ну тут разные. Сколько тут? 3 штуки внутри. 3,28 стоит. Или такое уже готовое. Ну, как готовое? Там печенье есть, сыр есть, колбаса, и потом делаешь. Цена $1.82. Пудинг. Такой стоит 2 штуки, 2,48. Есть с рисом пудинг, 3 штуки, 3,97. Это даже тоже с рис и карамель. Как я вижу, карамель. Стоит 2,48. Вот chicken breast $6.78. Сколько тут? 1 LB. Такое для хот-догов, такая упаковка, 2,94.
тут вот хлеб тоже есть. Даже вот такие булочки мы кушаем, тоже вкусные. Такие маленькие. Цена 2,98. Хлеб стоит 3,98. Такой пакет. Ну, маленький, да. Сколько тут? 680 грамм. Кока-кола есть. $1.28. Да, большой магазин. Я тут, кажется, еще ни разу не был. Или был, я не помню. Так, пойдемте посмотрим, сколько стоит молоко, сметана. Вот сметана. Такая сметана. Стоит 2,98. Сколько тут? 680 грамм. Потом есть молоко. $2.08. Ну, есть разное. Есть тут, кажется, тут один галлон, 4 литра, цена 4,38. Есть разное молоко, вот двухпроцентное, один галлон стоит 3,16. Так, вот тут яйца. Такая упаковка яиц, 12 штук внутри, 2,56 стоит. Ну, тут есть разные яйца, органик, или большие упаковки. Тут вот есть большие упаковки яиц, стоит 13,58. Вот тут вот такие донатсы со вкусом клубника есть, банан разные. Цена $1.98. Такие две пиццы тут маленькие. 317 грамм в этой упаковке. 3,58. Есть такие пиццы, 5,98 стоит. Да, вот такой вот магазин Vinco Food. Мне нравится магазин, как большой, много чего есть. Мороженое тут-то. А, даже вон стоит бекеры, пекарня там. Тут вот отдел для домашних животных. Ну, для кошек вот есть тут питание. Такой пакет. 14,98. Шесть штук тут, 5,48. Есть разные, кто какие любит. Такие любят наши дети. Cinnamon rolls с корицей сделаны, 5,98.
Вот, погулял я по магазину Vinco Food, показал вам магазин чуть-чуть, как он выглядит, что в магазине есть, какие цены. Спасибо за ваше время, за просмотр. Если хотите видеть следующее видео от нас, не забывайте подписываться с колокольчиком, чтобы не пропустить новое видео. Если вам видео это нравится, нажимайте на кнопку «Нравится». Спасибо вам. Всем желаю хорошего дня, здоровья, Божьих благословений. Пока!